новым учебным корпусом. В аудиториях нового корпуса уже расставлена мебель. Осталось оснастить лаборатории средствами автоматизации связи. Современное оборудование позволит курсантам эффективно овладевать передовыми знаниями в области информационных технологий. Представители командования утверждают, во многом благодаря хорошей инфраструктуре Пермский военный институт внутренних войск по праву считается одним из лучших учебных заведений страны. Автоматизация, связь – это вещи, очень требующие серьезного бюджета. И вкладывать деньги в оснащение физически и морально устаревших помещений, конечно, это нецелесообразно. Поэтому принятие командованием решения о создании учебного корпуса для этого факультета – это действительно решение принципиальное. В современной армии без информатики никуда. Занятия в новом корпусе факультета АСУ начнутся со второго семестра. «Каскадстрой» сдал объект со значительным опережением графика. Часть работ выполняли в условиях строгой секретности. Как-никак современный военный объект. Уникальность этого объекта заключается в том, что самые современные технологии, даже не сегодняшнего, а послезавтрашнего дня, которые требуются для обучения курсантов, они заложены в проекте и реализованы в этом объекте. Естественно, что здесь есть элементы, подпадающие под законодательство о государственной тайне. Институт внутренних войск разрастается. За последние несколько лет на территории учебного заведения возведено хранилище для гусеничной техники, спорткомплекс, казарма, жилой дом и прочие объекты инфраструктуры. Елена Иговцева, Антон Лифанов, телевизионная служба новостей.